Намерение – это работа более мысленная, так кажется. Да. Это из мысли и из сердца. Намерение, как правило, связано с сердцем. Сердце направлено на это должно быть. Это еще непонятно. То есть, как-то говорят, что Творец хочет твое сердце. Углубись в мысль и увидишь, что сердце тоже пойдет за этим. Какова связь между намерением и молитвой? О, это две вещи разные. Намерение – это намерение в том, что я могу быть направлен на Творца, а молитва – это то, что я обращаюсь к Творцу, чтобы создать свое намерение. Творец хочет намерение или молитву? Намерение. Молитва – это только средство, как прийти к намерению правильному.